Всем привет! Это дополнение к айсбергу Исмана. Если вы его не смотрели, то советую посмотреть перед этим видео, а я начинаю. Середина айсберга. Роман Сафин. Это второе название канала. Когда Исман переименовал свой канал, только я не понимаю, почему Сафин, если его фамилия Александров, ну да ладно. ТикТок. У Исмана есть ТикТок. И доступ к нему можно заполучить только во втором архиве. Там есть два видео, рассматривать которые я не хочу. Дно айсберга. Дилдона. Это шуточная группа. Автор вел группу от лица Дианы. Последняя запись была 18 ноября 2019 года. А если зайти в комментарии, то там будут одни маты, унижение участников, причем не только Исмана, и прочая хрень. Интернет Арчиве. Если кто не знает, целью архива является предоставление всеобщего доступа к накопленной в интернете информации. То есть, если информация уже недоступна обычным путем, то доступ к ней можно получить через Интернет Арчиве. Так вот, через Интернет Арчиве можно получить доступ к четырем записям. Канал Исмана в состоянии Исман Офишиал, Роман Сафин и две записи Молодая Трипля в состоянии актива и состоянии, в котором сейчас его канал. Именно оттуда я брал почти всю информацию. Ссылка, если что, на интернет-архив с четырьмя записями будет в описании. А на этом все. После этого видео также выйдет Full Iceberg, чтобы было удобнее смотреть. С вами был Пишутер. Всем пока.